Assalamu alaikum everyone, this is the reaction back with other reaction with Diana and Q Dunova. Like 1 hour coming out or 2 hours, I don't know. The song she was singing, the song is a red fox. I will tradition this and my love was my name is Jamie. I'm from Algeria. I do a reaction video and many video about Diana Kidunova. You can check it and know how much I have, and to start with reaction and see what's going on. Yes, he's coming. Автор следующей песни — замечательный музыкант Александр Певный, трагически погиб в декабре 2019 года. И его друг и коллега Константин Тараприн разрешил мне исполнять их с Александром лучшую композицию «Лисица», чтобы эта песня продолжала жить. She looks so beautiful, mashallah. Wow. Her dress, everything. Oh my god, so beautiful. And the necklace in her neck. Oh my god, this. And I love her hair so much amazing. I wish I have hair like this tall, like make it yellow. Время бродит по спирали, дождь рыжий лисица. Сколько б мы не расставались, не понять и не проститься. Не спросить и не ответить, а простить, но это слишком. Может, это так при свете. Wow, much beautiful. Oh, I forgot the lyrics. Не сказать и не услышать, хочешь уйти, а забыть, хочешь забыть, уходи. Расставание тоньше нити, крепче, чем стальные цепи. Чуть забыл уже отметить. And the necklace, it is like same color what she dressing, and that's like that diamond or something like that stuck in there in necklace. I don't know what this name. Oh my god, I'm beautiful. Make you like relaxing, you know, make you be relaxed and forget about everything and you are. Oh my god. Повернуться так нелепо, сколько времени не длится. Времена мне изменятся, солнце рыжее лисица. Так и будет ухмыляться, хочешь уйти. Не изменить самую суть. Неисповедимые пути.
немножко погрустили. И, кстати, я эту песню выучила на самом деле не так давно, и у меня даже тут слова стоят. Ну, я вам все секреты сейчас раскрою, конечно. Она меня очень зацепила именно своим смыслом. Я очень люблю песни со смыслом, не люблю вот это вот, знаете, как сейчас современные, типа, потанцевать, там, послушать. А без смысла, ну, для меня это как-то, не знаю, не очень, это не очень музыкально, и поэтому я выбираю песни, и вообще, в принципе, я сейчас пытаюсь сочинять, и никому я не показываю то, что я сочиняю, потому что я считаю, я еще не доросла до того, чтобы делать песни с таким смыслом, чтобы люди просто прониклись и почувствовали, о чем я говорю. Yeah. I was listening, I just listened and... Как я вам уже говорила, сегодня будет... Oh my god, the video started like... other reaction coming to Diana and Kiduno. I'm beautiful, yeah. Beautiful. And if you love my reaction, give me smash a button, subscribe, turn notification on, and that's all I need here. I love you all and see you in next video, inshallah. Thank you for watching. Mean a lot to me. Mean a lot to me.